Часто к главе города обращаются по вопросу раздела земельных участков. Мужчина несколько лет не может договориться с сестрой и настроен серьезно. Она неоднократно меняет границы и двигается в сторону моих пристроек. Уже сдвинула до того, что уже я не могу пройти там 25 сантиметров между сеткой, что она поставила, и моими пристройками. Глава пообещал помочь получить бесплатную юридическую консультацию, но сам вопрос заявителю нужно решать в суде. Также Роман Иванченко отметил, что в планах госадминистрации выступить законодательной инициативой, которая поможет местным властям решать подобные споры. Еще одна из посетительниц обратилась к градоначальнику с просьбой помочь. Оказалось, что в ее квартире прописан сын, умерший 17 лет назад в России. Чтобы пожилой женщине не ехать за документами в Москву, градоначальник поможет решить и эту проблему. Благоустройство города – еще один важный вопрос, который требует к себе особого внимания. Прием главы вышел за рамки кабинета. Роман Иванченко выехал в микрорайон Солнечный и встретился с жильцами. Пендерчане подняли вопрос уборки мусоропровода, который не соответствует санитарным нормам. Как следствие, крысы по всему двору. Крысы, видите? Ого! Видите, сколько? Ого! Раньше мусорокамеры, когда дворники были спецавтохозяйства, они обрабатывались, мылись и обрабатывались. Затем это в течение 5 лет перестали делать. Наше предложение – восстановить обработку мусорокамер. На данный момент, поскольку услуги не предоставляются, плата за уборку, промывку и дезинфекцию мусоропровода не взимается. Но при возобновлении их необходимо провести перерасчет. Глава города поручил УЖКХ пересмотреть состав тарифа на жилищные услуги. Должна быть история периодичности их уборки. Нужно решить вопрос, чтобы более цивилизованно эвакуировался этот мусор из этих мусорокамер, как минимум. Борьба с крысами, которые здесь существуют. Это первый момент. И второй момент – это нечаянные территории, которые в настоящее время не убираются и не косятся. Эти вопросы, ответы вам, я думаю, что вы результат увидите до следующей пятницы. Активное взаимодействие горожан с администрацией города помогает решению многих проблем. Теперь межведомственные комиссии по благоустройству с участием депутатов различных уровней и главой Бендер будут частыми гостями в районах города. Елена Росланова, Диана Федоренко, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.